В Шадринске впервые состоялись экстремальные гонки на внедорожниках. Приняли участие в соревнованиях оффроуд около 20 участников, не считая штурманов и их помощников. Проверили себя и своих железных коней на прочность команды из Челябинска, Ханты-Мансийска, Долматова и Шадринска. Планировала, значит, три категории: стандарт, потом подготовленная машина ТР-2. ТР-3 делать не стали, спорт. Это мало, даже на региональных мало машин высокого уровня. И АТВ-квадроциклы. Ну, фактически заявилась ТР-1 и АТВ. Рывковый трос, буксировочный трос, лебедка – настоящий трофи-рейд – это не столько испытание машин, сколько тест на выносливость и смекалку. Для проведения гонок организаторы специально выбрали непроходимый участок заболоченного лога. Трасса включала в себя несколько сложных участков, напичканных контрольными точками и различными засадами, природными в том числе. Поэтому для трассы более подойдет другое название – полоса препятствий. Зрителей порадовали не только зрелищность соревнований, но и возможность самим поучаствовать в оффроуде, помочь участникам. В итоге в категории ТР-1 «Стандарт» на первом месте команда из Шадринска. Пилот Александр Прохоров, штурман Максим Прохоров. В категории ТР-2 «Экстрим» победила команда из Ханты-Мансийска. Пилот Лустин Павел, штурман Лустин Сергей. В категории АТВ первого места удостоилась команда из Долматова в составе Евгения Оглуздина и Игоря Рухлова. Мы на соревнованиях с 2011 года изначально участвовали на УАЗике в категории 3-й. Как бы на севере в спортах участвовали, потом на Уральском регионе участвовали. И сейчас, ну, практикуем, как бы у нас это все, как бы все нравится, все устраивает, в принципе, отдыхаем. Подробный репортаж о Шадринском трофе 2018 смотрите скоро в эфире нашего телеканала.